И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Джероникс. И перед началом данного видеоролика я бы вам советовал порекомендовать канал You Must Play. У него чуть больше 6500 подписчиков. У него дофигища стримов, ну и видео, конечно же, на тему Pixel Gun. А еще больше у него видео и стримов очень много по королевской битве. Ну вот серьезно, вот эти 9, блин, видосиков, даже немножко больше. Ну, реально, на тему королевской битвы. Так что советую подписаться и лайк поставить. Ну, а мы переходим к видео. И всем еще привет. Да, еще раз. Ребят, по названию видео этого видеоролика, да, вы поняли, что сегодня я буду делать обзор на Камень Душ. Ну да, вы знаете, что он также ваншотит, как и Призрачный Фонарь. Но я вам хочу сказать это. Я все равно сделаю на него обзорчик. Просто так, посмотрю, как я с ним буду бегать. С Призрачным Фонарем все так себе, знаете, все так себе. У них, ребят, одинаковые статистики. Так что погнали в бой командный, да, командный бой, да, именно командный бой. Ничего больше. Пати в бассейне. Такая же карта есть, по-моему, и в Блокстрайке, но... Блин. Я только появился, алё, вы чё? Вы что, совсем уже что ли это офигели? Нас двое, понимаете, двое! Блин, тут уже это... Гранатку надо кидать. Получай, понимаете, да? А, у нас уже четверо, ну ладно. Блин, ну вот тут хотя бы уже, знаете, что-то интересное пошло. Что-то интересненькое. Блин, да ты задрал уже. Адамантовый бомбомет для раков. Не знаю, для раков он или нет, но я знаю, что это точно. Убийство, в принципе, неплохо. В принципе. Так, вот тут я знаю, вот сейчас кто-то тут вылезет. Тела, мы же не трусы. Мы же не трус. Убийство. А ты шо? Фу, ребят, крыса. Ща я ему отомщу. Ну, знаете, бывает. Ну, наемник, в принципе, так себе, знаете. 2 килла за раз. Ну, блин, это крыса, понимаете, ребят? Вот Джигуар, он... Джигуар, блин, меня бесит, чуваки. Вот Джигуар, он на первом месте. Ну, в принципе, я не видел таких еще нубов никогда. Блин, а я ведь... Ну, не нуб же я. Ну, народ, вы что, это... Получать Джигуар! Ты только возродился, блин, меня уже реально бомбит от него, потому что, ну, блин, так крысить, не знаю, реально он крыса. Ай, больно, так в смысле, почему у них больше-то киллов? Это да, это да. Это да, я не знал, что у них больше. Нет! Нет, блин! Черт! Нет! Ну блин, как так, минус 3. Блин, давайте, ребята, еще один бой сыграем. Тогда уже будет по полной. Ну, знаете, если противники нормальные, ну, если у нашей команды нормально, то, в принципе, нормячок. Норм, нормас. Ну, а так, опять. А, нет? Не-не-не-не-не. Джигуар, ты уже за нас, да? Спасибо. Да вы офигели, я вместо... Я его хотел, блин, ребят, я его хотел убить. Ну вы гоните, ну вы серьезно?
Вы серьезно, блин, ребят? Я не понимаю, ну не, серьезно. Еще самый наводящийся. Кстати, это раковый. Если вы не знали. Наушники он, блин, носит. Не позорно, чуваки, так носиться вообще. 50, блин. Это единственный килл, который я сделал. Удачный причем. Ой, блин, это опасно. Ай. Получай. Ну и шо тебе там надо? Ой, блин, вы опасные. Чуваки, вы опасные. Блин, это уже серьезная битва призрачных фонарей. Серьезно. Я еще ни один раз, понимаете, ни один раз не убил чувака из одного выстрела. Ну не, ну серьезно. 18-7. Блин, как круто. А, прототип? Прототип он шутит, что? Да, еще такие пушки, кстати, ребят, очень сильно ваншотят, ребят. Во, одно убийство. Вот, блин, как я скатился. Как я скатился, ребят. Так, давайте, ребят, выживаем, выживаем. И что происходит? Давайте, идите. Если вы не трусы. Ну вот это я понимаю. Вот это, ребят, я реально понимаю, что это... Чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. Ребят, чуть-чуть. Блин, до первого места уже мне далековато. Да в смысле? Ладно. Килл, лол. Ладно. Это кто там был? Это кто еще такой? Убийство, мой птер убил, Малора. Ну, один выстрел, как бы это уже, понимаете, новость для меня 100%. Эх, не бывать мне на первом месте, ребят. Ну, бывать, конечно, но... Ну, вот крыса, понимаешь? Крыса, блин, тот чувак. Чё? Ноль медалей, ребят! Ребята, ноль! Это баг? Может, баг? Я не знаю, ребят. Погодите. Если мне сейчас там что-то прибавилось. 102 медали, это я впервые. Так. Ну вот, ребят, надеюсь, что вам понравился этот видосик. Если... Так, то не забывайте поставить большущий палец вверх, подписаться на канал, ну а также написать свой волшебнейший комментарий. Ну что ж, с вами был я, Джероникс, всем удачи и всем пока.